Всем привет! С вами я, Найки, и вы смотрите канал LEGO Crazy Motion. И сегодня мы с вами поговорим о катаклизме. Когда мы говорим о катаклизме перед 1 сентября, все нормальные люди сразу начинают думать об окончании лета и о том, что скоро надо идти в школу. Но катастрофа сегодня у нас меньшего масштаба, чем начало учебного года. Сегодня мы с вами поговорим об извержении вулкана. Набор 2016 года. Индекс 60-123, грузовой вертолет исследователей вулкана. На лицевой стороне коробки мы видим, как исследователи ищут таинственные артефакты в огненной лаве. На обратной стороне мы видим схему, что набор состоит из трех пакетиков, и красочный комикс, который нам показывает функционал набора. Ну а теперь давайте соберем его и посмотрим. Итак, вот перед нами набор. При помощи этих двух инструкций мы собрали вертолет, эту дробильную машину, экскаватор, два лавовых шарика и еще у нас есть три мини-фигурки. Еще у нас было около 10 наклеек, которые мы равномерно распределили по набору. Начинаем наш обзор с вертолета. Вначале хочу сказать, что мне нравится цветовая гамма этого набора. Точнее даже цвет всей серии. Основным цветом является такой кислотно-зеленый оттенок с добавлением желтого и оранжевого. Вот и наш вертолет почти полностью весь зеленый. В кабине вертолета расположен один пилот. Перед ним приборная панель. У вертолета есть два вращающихся винта. Маленький задний и большой верхний. Слева по борту вертолета расположена видеокамера. Она очень мобильна и может крутиться на 360 градусов. Также возле камеры вы можете увидеть наклейку Rescue. Видимо, там какой-то комплект спасательных принадлежностей. Чуть ниже винта, слева и справа, есть черные диски. Я не уверена, но мне кажется, что это динамики. Возможно, они нужны для того, чтобы вертолет летал и оповещал о чем-нибудь. Задняя часть вертолета открывается, и мы получаем доступ к грузовому отсеку. И в нем мы находим пустой ящик для инструментов. А может быть, это ящик для транспортировки артефактов. Верхняя часть кабины и хвост вертолета украшены наклейками. Вулкан в компасе является эмблемой наших исследователей в этом наборе. Вот этот вот лавовый шарик наталкивает меня на воспоминания об арктических наборах. Как вы помните, там тоже нужно было искать таинственные кристаллы, но только уже в ледяных шарах. Так же, как и в Арктике, найденные шары с артефактами исследователи должны на вертолете отвезти на базу. Итак, мы переходим к последнему функционалу этого вертолета. Мы подвешиваем наш лавовый шарик на крюк, и наш вертолет улетает на базу. Теперь будем рассматривать экскаватор. Маленький, но очень полезный помощник наших исследователей. Гусеницы помогают ему передвигаться по бездорожью. Управляется он одним механиком и способен по одному перемещать лавовые шары. Слева от водителя крепится что-то вроде ледоруба. У трактора есть два фонаря, чтобы работать ночью. Когда работа окончена и нужно покинуть рабочее место, верхняя часть кабины легко откидывается назад. Все, водитель покинул свое транспортное средство. Последним агрегатом является либо сверлильный, либо дробильный аппарат. Женщина, оператор этого устройства, готова вскрыть этот лавовый шар, чтобы найти артефакт. На самом деле это устройство очень простое. Если сверху на него нажать, то потом за счет резинки оно возвращается в исходную позицию. Но если нажать посильнее, можно по-настоящему разломать этот лавовый шар. Вот наш таинственный синий артефакт. Ну и теперь очередь мини-фигурок. Торсики спасателей очень качественные и с хорошими принтами. У пилота вертолета и у водителя экскаватора есть принты даже на ногах. Вот наши герои без головных уборов. У женщины волосы и шлем – это единая деталь. С обратной стороны фигурок тоже есть принты. Мы видим у спасателей разные инструменты, веревку. Также стоит отметить эмблему спасателей у каждой из фигурок. Ну что, в целом набор мне понравился.
Несмотря на то, что набор исследователей вулканов очень похож на набор исследователей Арктики, эта серия мне нравится. С помощью набора 60-123 вы можете придумать своим героям интересные приключения. В комплекте у вас 3 мини-фигурки и 3 вида техники. Свое мнение о наборе оставляйте внизу в комментариях. А с вами была Найки. До новых встреч. Увидимся. Счастливо. Пока.